Приветствую всех, кому не безразличны высокотехнологичные новинки, а также гаджеты, связанные с кибербезопасностью и криптоиндустрией. Мы с вами живем в век стремительного развития цифровых технологий, вы наверняка слышали о таких площадках, как Kickstarter и Indiegogo. Здесь десятки людей делятся своими свежими идеями с миром, предлагая сделать его чуточку лучше. В нашей новой рубрике мы собрали самые интересные продукты в сфере криптовалют, которые опережают время на несколько лет и показывают, каким может быть наше будущее. Наша цель – помочь вам, дорогие зрители, познакомиться с презентациями таких проектов и сделать собственные выводы об их целесообразности и жизнеспособности. Рынок гаджетов оперативно реагирует на потребности владельцев криптовалют. И здесь представлены самые разные предложения. Однако мы с вами давно познали формулу. Наибольший интерес вызывают сами технологии, а не способ их реализации. Вот и биткоин-кошелек под названием HuFu предлагает собственный способ сохранения цифровых денег. С виду HuFu напоминает нам первые iPods, которыми некогда носили счастливые обладатели инноваций от Apple. Мы знаем, как купертиновцы умеют зарабатывать на понтах молодежи. Но в случае с HuFu речь идет далеко не о статусе, а скорее о безопасности криптовалюты. И если на первый взгляд кошелек действительно напоминает плеер, то при тщательном ознакомлении с устройством нам бросается в глаза его схожесть с монеткой. Но и тут нас ждет разочарование, поскольку ни о какой золотой подоплеке и речи быть не может, ведь HuFu хранит личный ключ и подписывает транзакции без подключения персонального компьютера к интернету. Это и гарантирует транзакциям высокую степень защиты от взлома. Ну а прямо сейчас предлагаю вам познакомиться с презентацией самого проекта. Закидывайте лайк авансом и давайте посмотрим, что об этом стартапе говорят сами разработчики. Привет, я Чедвик. Последние 5 лет я инвестировал в криптовалюту. Недавно взломанный обменник биткоинов напомнил мне, что хранить свои биткоины на чужой платформе больше небезопасно. Поэтому я начал пытаться использовать биткоин-кошельки для защиты цифровых активов. Я пробовал кошельки, представленные на рынке, которые как подключены к интернету, так и нет. И вот что я обнаружил. Большинство криптовалютных кошельков были разработаны еще тогда, когда была только изобретена цифровая валюта, что означает, что они либо устаревшие и недружелюбные к современному пользователю, либо им не хватало базовой функциональности. Многие из них даже не поддерживают iOS, и самое главное, они не настолько безопасны, как заявлено, поэтому я изобрел HuFu – самый безопасный в мире аппаратный кошелек для криптовалюты. HuFu включает в себя стойкий аппаратный смарт-кошелек с криптовалютой, который защищает ваши приватные ключи, а также кейс, который заряжает ваш кошелек по беспроводной связи, сохраняя при этом вашу подпись на случай, если ваш аппаратный кошелек будет утерян или украден. Владельцы криптовалюты знают, что приватные ключи уникальны и должны быть постоянно защищены, чтобы предотвратить кражу своей валюты. Независимо от того, насколько хорошо защищен ваш компьютер или насколько стабильно подключение к интернету, пока ваши приватные ключи в безопасности, ваши цифровые активы под защитой. Существующие кошельки не могут полностью защитить сеть биткоина. Даже аппаратные кошельки с USB-соединением могут быть взломаны, если ваш компьютер подключен к интернету во время транзакции. HuFu, в свою очередь, проводит транзакции только когда вы полностью отключены от сети. Для этого HuFu отправляет зашифрованные данные через Bluetooth версии 4.0, что делает транзакции практически устойчивыми к взлому. Весь процесс перевода занимает около 2 секунд. Каждый кошелек запоминает уникальный адрес Bluetooth MAC, который принадлежит только вашему мобильному телефону, когда вы впервые создали свой кошелек HuFu. Таким образом, ваш кошелек никогда не сможет быть связан с другими телефонами. Большинство кошельков до сих пор используют чипы старого поколения, которые были взломаны много раз. HuFu использует уникальную микросхему SecurityX с высокой степенью шифрования, чтобы обеспечить еще один уровень безопасности для защиты вашей транзакции. Откажитесь от сложных кошельков с паролями, ведь HuFu позволяет вам получить доступ к вашему кошельку с помощью высоконадежного, но простого и быстрого распознавания отпечатков пальцев и лица.
Между тем, двухфакторная аутентификация гарантирует, что только вы можете получить доступ к приложению кошелька. Теперь позвольте мне показать вам, как это работает. Шаг первый. Включите Bluetooth и подключите телефон к кошельку. Шаг второй. Войдите в кошелек при помощи отпечатка пальца или системы распознавания лиц. Шаг третий. Укажите адрес лица, которому предназначена транзакция, и сумму, которую вы хотите перевести, а затем нажмите «Отправить». Шаг четвертый. Теперь кошелек проводит транзакцию в безопасной среде, а затем отправляет данные транзакции обратно в блокчейн. Шаг пятый. После одобрения транзакции блокчейном Хуфу сообщит вам, что ваша транзакция прошла успешно. Как только транзакция завершена, соединение Bluetooth автоматически выключается. И самое прекрасное в том, что ваши личные ключи никогда не хранятся и неизвестны Хуфу или любой другой третьей стороне. Хуфу прозрачный, без бэкдора и очень простой в использовании. Это цифровой кошелек, который является мультивалютным и поддерживает сразу несколько криптовалют – биткоин, эфириум и лайткоин. С Хуфу вы можете в режиме реального времени мониторить цены криптовалют и инвестировать более разумно. Хуфу хранит ваш личный ключ в аппаратном кошельке и никогда не раскрывает его. Материнский блок позволяет восстановить ваш резервный ключ, даже если ваш кошелек потерян или украден. Многоуровневая система безопасности делает невозможным кражу вашей цифровой валюты. Теперь вам не нужно беспокоиться об исчезновении вашей цифровой валюты. С Хуфу ваши цифровые активы находятся в полной безопасности. Хуфу – самый безопасный в мире кошелек для криптовалют. Проект быстро сумел собрать более 5 миллионов рублей от 220 инвесторов. Видимо, люди высоко оценили идею и заложили фундамент для дальнейшей работы авторов проекта. Как заявляют создатели, заряда батареи хватает на проведение 100 транзакций. А сама коробочка, которая и напоминала нам об iPod, служит не только хранилищем для резервных копий личных ключей, но и зарядным устройством. Вот до чего довел нас прогресс. Работа выстроена всего в 5 шагов, казалось бы, всего несколько действий, а такой результат. Но главная фишка Хуфу – безопасность. Как понятно из презентации проекта, если транзакция подписана в защищенной среде с использованием Хуфу, данные передаются в блокчейн смартфона через Bluetooth, а система распознавания лиц, используемая в современных айфонах, и вовсе вызывает неумолимый восторг. Стоит такой кошелек достаточно дорого, базовый комплект обошелся бы в 22 тысячи рублей. Да и далеко не каждый из вас может похвастаться своими криптоактивами. Тем не менее, это не мешает нам с вами следить за цифровой революцией. Мы продолжим следить за всеми новостями из мира криптоиндустрии, за новинками на Kickstarter'е, а также новыми гаджетами. А если появится что-то интересное, мы обязательно расскажем вам о новом проекте, который способен перевернуть представление об использовании цифровых валют. Не забывайте подписаться на канал, жмите колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Всем пока и удачи!